и царскую рыбу специальной приправой намазываем. Вот она у нас приправа. И плавники, и носик, и внутри тоже намазываем. Вот так берем. Готовим к жарке. Вовнутрь. Да, хвостик, и вот так плавнички. Вот она у нас такая рыба. Носик, глаза. Мы сейчас вот намазали, теперь мы его положим в холодильник на час, на два. Все застыло, вот, а потом на огонь и будем жарить. Мы это все вам покажем. В нашей печи барбекю вот огонь уже горит, сейчас угли появятся, и мы потом эту царскую рыбу стерлядь поставим жарить. А пока я порежу помидоры, огурцы, можно было к рыбе лучше покушать. Такие помидоры, огурцы. Правда, сейчас у нас еще теплицу сегодня мы делали. Свои помидоры, огурцы, наверное, будет в июле, в августе. Мы вам покажем все это и расскажем, и будем готовить у нас здесь. Все в природе, все как бы можно сейчас посмотреть, вот, например, посмотреть. Ой, вот такая вишенка у нас отцвела. Завтра мы будем обрезать деревья. Вот природа у нас, вишня, тюльпаны. Сегодня днем раскрывались, сейчас закрылись. Вот дочка бегает там. Бегает, тоже рыбу жарим, потом покушает. Вот у нас такое это. Вот калина у нас. Ну, калиновый сок делаем и пьем. Варенье калиновое. Вот у нас груша. Готовы. Сейчас делаем приспособление для того, чтобы поставить на огонь, потому что у нас рыба огромная. Серьезно ставить. Вот так. Так. Два этапа. Вот эту вот сюда ставим. Сетку нашу общую, где мы жарим. Все. И вот новую для рыбы. Посмотрим, как ляжет наша рыба на это приспособление для рыбы. Вот таким образом мы поставим и будем пододвигать чуть-чуть.
и нашу рыбу. Вот наша рыба. Поместится она там или нет? Вот надо посмотреть, как его лучше поместить. Вот так, наверное. Вот так, наверное, мы поместим его. Вот так, угольками. Вот такая рыба у нас. Хвостик потом пожарим. Вот так, наверное, лучше. Вот хвостик. Чтобы все поместилось. Эта рыба. Вот так. Начнем жарить. Она приправленная. Все как положено. И будем потихонечку жарить. Усатый, бородатый. На Кавказе в основном водится форель. Нас вообще рыбы не кушали. До того времени, как отец не начал, не заболел желудком. И они, ой, моему врачи прописали, значит, рыбу кушать, форель. А раньше ведро попадало, если зачерпываешь ведро, рыба попадала, как лягушку выбрасывали обратно. Наш народ не кушал. Еще наш народ не кушает рыбы из Черного моря. Все знают о трагедии нашего народа, которая была выселена царской России в Турцию. И вот многие люди погибли по дороге, переплывая Черное море на неприспособленных кораблях. И поэтому наш народ, который находится и по ту сторону Турции, черкесы, и по эту сторону до сих пор не едят рыбу из Черного моря. Это как народное. 21-го, завтра, день траура черкесского народа. Вот 21-го объявили, что война закончена, мая 1864 года. На Кавказе все это будет праздновать и вообще во всем мире. В мире вообще насчитывается 8 миллионов черкесов в одной Турции. Еще в некоторых странах примерно считается 50 тысяч. А в России черкесов основных даже миллиона не наберется. Вот такая
У нас история у черкесов. А сейчас мы жарим рыбу, стерлядь, царскую рыбу. И будем в дальнейшем вас информировать, как это будет происходить. Сейчас мы постараемся его перевернуть, если получится. Теперь перевернули на спину вот рыбу. Плавники застряли. Сейчас чуть-чуть вот так перевернули мы рыбу. И дальше будем жарить со стороны спины. Вот со стороны брюшка появилась красная брюшка. Плавка, правда. Ну это ничего. Это как бы никаких проблем таких нету. Хвостик вот надо подниз чуть-чуть пустить. И все. И вот в таком виде мы начинаем его дожаривать со стороны спины. Красивая рыба? Сейчас нет. До этого была симпатичнее. До этого симпатичнее. Сначала на брюхо переворачиваем, потом на один бок. Сейчас вот на второй бок. Готовимся. Переворачиваем. Вот так получается у нас. Да, здесь готово. Здесь готово, вот видно, что готово. Вот на ту сторону перевернули. И хвостик. Здесь тоже готово. Чуть-чуть еще перевернуть. Шипит, еще масло чуть-чуть зальем. Вот сейчас мы закончили готовку рыбы и на стол положили. Теперь будем украшать, чтобы все красиво было. Смотрите, лучком украшаем, лучком. Это чуть-чуть пропитается еще лучок, будет вкуснее.
Вот, резали лучок полукольцами и украшаем. Видите, как выглядит. Огурчики сюда положим. Вот, пожалуйста, которые мы будем закусывать потом с рыбой вместе. Вот такая рыбина у нас получилась. Царская рыба стерлядь. Шкурками покрылась, кожицей. И все, помидорчики можем положить для украшения стола. Сервировка, как бы называется. Вот, огурчик можем положить. Запах пропитается. Да, можем помидорчики положить. Вот сервировка красивая. И для гостей тоже приятно. И вкус совсем другой будет. Аппетитный. Вот нос у него торчит. Как бы и вот так. Украсили. И все. И вот такую красоту мы приготовили сегодня. Будем сейчас дегустировать. У нас слюнки тоже текут. Вам тоже пожелаем приятного аппетита. Но если рыбы нету, приезжайте к нам на нашу передачу «Пикник», которую мы готовим на этой печке свои блюда. И, конечно, я хочу со всеми зрителями попрощаться. С вами на телеканале «Зона» был Сулейман Шебзухов и передача «Пикник». До свидания, до скорой встречи!